Всем добрый вечер. У нас поздний ужин. Любимая миска Байкала. Джесси у нас девка гордая. Да, Джесси? Я скажу, с ними не ем. Бесят они меня все. Парочка уплетает у нас. Ай, как вкусно. Обожают они этот корм. Сейчас лето. И больше, конечно, у нас приоритет на сухой корм. Будет попрохладнее. Начнем уже и кашки больше, и супчики. Супчики они вообще любят, бульончики. Ну, пока сухой корм. Самый любимый. Берем им. Вот это предпочтение. Ай, вкусно. Байкал. Еще любимая миска. Самая маленькая миска. Это его самая любимая. Не любит. Ну, как он любит и большие, но он прям кайфует от этих маленьких. Вот я ему специально корм в эту миску. И он знает, что это его. Да. Опа, давай. Вот так. Вкусно, вкусно. Ай, самый курносый нос. Хотя можно есть нормально, но кто часто заглядывает на наш канал, и наши подписчики знают, да, что Байкал обожает так есть. Хотя можно, да, аккуратненько взять. Нет, надо так вот. Смотрите. Ну-ка, давай, кошек у нас. Байкал. Ой, самый кайф так нос сделать. Ну, кошка молодец. Видите, она чуть пошире, но он Байкал и тут умудряется так делать в этой миске. Джесси, ты куда собралась? Иди сюда. Джесси приспичила на ухо. Байкал, ты прям это хорошо работаешь. Сейчас я тебя выведу. Вот все погуляли, Джесси не хотела гулять. Только зашли Байкал с Лаки, Джесси приспичила гулять. Коротко характер Джессикина. Показывай, куда тебе надо. Показывай, как ты мне сейчас показывала. Ты куда хочешь? На улицу? Показывай, куда тебе надо. Джесс. Мишаня дрыхнет у нас. Мишаня точно. Вот он всегда вечно голодный. Это просто. Только услышит шелест тут упаковки от корма. Все, он летит. Листов нет. Это 100% вывели. Но это вообще нечто. Самый голодный у нас. Это Миша. Лаки, ты доела? Я спрашиваю, Лаки, ты доела? Видите? Бай свое смел. И Лаки доедает. Байкуша, ты молодец. Хороший аппетит у мальчика. Да, вечером вообще не хороший аппетит. Но днем тоже они хорошо кушают, так как они у нас дома живут. Домашние. Да, под спецсистемой. По спецсистеме мы живем, да? Из-за этого они и днем нормально едят. Лежат дрыхнут целыми днями. Все, идем с Джесси на улицу. Да, идем гулять, да? Ой, идем, все. Лаки, ты тоже пойдешь, да? Ай, ты тоже пойдешь. Байкал, как всегда, у Байкала опять проблемы с ушами. Опять, вот у него прям единственная проблема с ушами. Периодически капаем. Да все, иду, да, скажи, когда ты наговоришься. А Байкал подальше. Он боится лишний раз выходить, так как он на днях у нас ночевал на улице. У меня были эксперименты. Ну, не, сказал, все. Он лишний раз вообще и так-то не выходил, а сейчас тем более. Скажешь, не дай бог оставить на улице опять. Это женщина. Да. Да? А ты, королевич, на дома. Всегда у нас. Открывай двери, пойдем. Лаки, открывай двери. Лаки. Джесси, открывай дверь.
Открывай, пошли. Все, открывай, пойдем. Лаки, давай. Вот когда не надо, Лаки прям выносит эту дверь. Все, идем гулять. Ух, и взгляд-то.